Приветствую, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы находимся в серии, в которой подробно рассматриваем крещение Духом Святым. Есть две стадии, когда мы принимаем Духа Святого. Первая стадия ⁇ во время нашего спасения, когда мы принимаем внутрь себя Дух Святой, когда рождаемся свыше. Дух Святой живет внутри всех христиан. И также есть второе переживание, которое называется крещением Духом Святым. Это наделение силы для служения Богу. Эти два шага мы видим на протяжении всего Писания. Обетование Духа названо благословением Авраама. Бог сказал Аврааму, «Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением». Поэтому, во-первых, Бог даст нам Свой Дух, чтобы Он сопровождал нас в нашей жизни и в нашем хождении с Богом. Но также Бог сказал, Я сделаю Тебя благословением. Бог даст нам силу Духа, чтобы мы были благословением для других, чтобы мы могли служить с другим и делиться с ними Евангелием. Мы видели это также в жизни и служении Иисуса. Иисус был рожден от Духа, внутри него жил Дух Святой. Он жил совершенной жизнью, но еще не имел Духа Божьего на нем, пока не принял крещение в возрасте 30 лет. И вот тогда началось его сверхъестественное служение. Он начал проповедовать Евангелие и исцелять больных. Итак, Дух был внутри него, и Дух Божий почивал на нем. Это и есть крещение Духом. Затем мы видим, что тот же принцип работал в жизни апостолов в жизни учеников. Вечером, в день Его воскресения, Иисус явился апостолам, которые были собраны в горнице. И в Евангелии от Иоанна сказано, что Он подул на них. Он сказал им, «Примите Духа Святого». И это было повеление. Он сказал им принять Дух Святой. Он передал им Духа Святого. И это очень интересно, потому что, должно быть, именно тогда они стали новым творением. Это похоже на то, как Бог сотворил Адама. Он вдохнул в него дыхание жизни и стал Адам душой живой. И теперь речь идет о новом творении. И точно так же Иисус приносит нам свое дыхание в жизни, вдыхает его в нас. «Примите Духа Святого». И мы рождаемся свыше. Мы принимаем внутрь себя Дух Святой. И тогда, в день Его воскресения, они приняли внутрь себя Дух Божий. Он стал жить внутри них. Но это переживание, очевидно, не было полным, потому что Иисус сказал им, что они должны оставаться в Иерусалиме 50 дней и ждать полноты обетования Отца, когда на них сойдет Дух Святой. И Он дарует им силу на служение. И поэтому мы видим, что апостолы также пережили обе эти стадии. Они приняли Дух Божий внутрь себя в день Воскресения Иисуса, и затем в день Пятидесятницы Дух Божий сошел уже на них. Это было началом их служения, и люди начали спасаться во время их служения. Итак, мы видим, что здесь тоже было две стадии. Но также мы видим одну проблему, ответ на которую мы найдем, если копнем немного глубже. Из Писания мы знаем, что Дух Святой мог излиться только после того, как Иисус будет вознесен на небеса к Отцу. Это обетование он принял от Отца. Поэтому излияние Духа Святого могло произойти только после того, как Иисус взошел к Своему Отцу. Как такое может быть, что Он уже в день Своего воскресения передал им Дух Святой? А это было за 40 дней до Его воскресения. Поэтому многие считают, что передача Духа в день Его воскресения была чем-то символическим, а не фактической передаче духом, и что они родились свыше уже после Вознесения. Это поднимает одну интересную тему, которую вообще мало кто понимает. Было два Вознесения. Первое и самое важное Вознесение произошло уже в день Воскресения Христа. И я хочу вам это показать, потому что то, что произошло тогда, крайне важно. В день Воскресения должно было произойти нечто важное. И мы увидим с вами, как это решает данную проблему. Когда Иисус вознесся в день воскресения, Он принял всю власть от Бога. Он принял обетованного Духа Святого от Бога, и поэтому мог вдохнуть Дух Божий в Своих учеников в тот вечер. Были причины на то, чтобы оставшуюся часть обетованного Духа, излияние Духа на них, отложить еще на 50 дней. Если вы еще никогда о таком не слышали, пожалуйста, не переключайте канал. Это вас благословит, уж поверьте. Итак, утром, в третий час, то есть между восемью и девятью часами утра, Иисус вознесся на небеса, совершил там то, что нужно было, и затем вернулся на землю. И 40 дней. Он являлся своим апостолом и учеником. И через 40 дней он вознесся снова, но на этот раз уже, чтобы воссесть Одесной Отца. Для его первого вознесения, в день, когда он воскрес, было по меньшей мере четыре цели. Первая цель — своим воскресением Иисус должен был исполнить праздник первых плодов. Сегодня мы поговорим об этом более обстоятельно. Вторая цель, о которой мы будем говорить в следующий раз, он должен был принести свою кровь в святое святых на небесах. Он должен был принять всю власть на небе и на земле. И он должен был принять Духа Святого, чтобы передать его нам и излить на нас. Все это произошло в то утро, когда Он воскрес. Он объявил об этом вознесении первому человеку, которого встретил в своем воскресении. Марии Магдалине. Она единственная, кто видел Его до Его первоначального вознесения. Когда Иисус предстал перед Марией у пустой гробницы, он сказал «Мария». Она повернулась и сказала «Учитель». Иисус сказал ей «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу моему». И для нас это звучит как-то странно. Но потом он разъясняет «А иди к братьям моим и скажи им «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». И здесь используется время, которое указывает на то, что он сейчас в процессе вознесения к Отцу. Он вот-вот это сделает прямо сейчас. Он не говорит здесь о том, что ему надлежит вознестись через 40 дней. И было бы странно сказать Марии, что она не может к нему сейчас прикасаться по той причине, что через 40 дней ему надлежит вознестись к Отцу на небеса. В особенности потому, что через час он позволил другим женщинам к нему прикоснуться и его обнять. В Евангелии от Матфея 28 главе говорится, когда же шли они возвестить ученикам его, и Иисус Встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Они сделали то, что Иисус не позволил сделать с Марией. За этот час произошло то, что изменило положение вещей. Все становится на свои места, когда мы понимаем, что Он сделал в период между встречей с Марией и временем, когда Он встретил других женщин. Я думаю, он намеренно встретил Марию именно тогда. Он хотел, чтобы мы знали о его первом восхождении к отцу. Он как раз собирался взойти к отцу, и первое, что он намерен был сделать на небесах, это принести Богу приношение первых плодов от лица искупленного человечества. Это приношение должно приноситься в третий час первого воскресения после Пасхи. И это время между восемью и девятью часами утра. Он не мог ради Марии задержаться на Земле. Тем более, что он должен был принести свою кровь во святое святых на небесах, и поэтому к нему никто не должен был прикасаться до того, как он предстанет пред Богом, чтобы принести эти приношения. Однако, когда он вернулся обратно, после девяти часов утра, когда он уже принес эти приношения на небесах, он позволил женщинам к нему прикоснуться. И позже, вечером того дня, он позволил позволил это сделать своим ученикам. Он сказал, «Посмотрите на руки мои и на ноги мои». Это я сам. «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И через неделю он сказал Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои». Он был рад, что люди могли сами к нему прикоснуться. Но Марии тогда он этого не позволил. А почему? Он должен был принести себя Богу как приношение. И поэтому Мария тогда не смогла к нему прикоснуться. Это было неправильное время для этого. И он объяснил ей почему. Я еще не вошел к Отцу Моему. То есть, ему предстояло сейчас принести Отцу себя и свою кровь. Это объясняет то, что случилось при встрече Иисуса с Марией. Итак... Иисус не позволил Марии к себе прикоснуться, потому что он только восходил к Отцу Своему. Но позже, в то утро, Он позволил другим к Нему прикоснуться. Это означает, что Он к тому времени уже вошел к Отцу, чтобы исполнить цель, которая исключала возможность до этого прикасаться к людям. Должно быть, эта цель включала в себя принесение первых плодов, которое полагалось приносить именно в это время. Дело в том, что своим воскресением Иисус исполнил праздник первых плодов. Если посмотреть требования праздника первых плодов, то мы понимаем, что Иисусу нужно было взойти к Отцу на небеса, чтобы исполнить праздник первых плодов. Этот праздник всегда выпадает на первое воскресенье пасхальной недели. Итак, Иисус умер в пятницу, как пасхальный агнец, и воскрес в воскресенье в день, когда Богу приносятся приношения первых плодов. Иисус исполнил праздник первых плодов. Во время Своего первого пришествия Иисус исполнил праздники первого месяца точно вовремя. Он исполнил Пасху, он умер на кресте как раз в то время, когда в храме закалывали пасхальных агнцев. В первом послании Коринфянам сказано, что Пасха наша Христос заклан за нас, он исполнил Пасху, поэтому ожидается, что Он исполнит также и праздник первых плодов. В воскресное утро пасхальной недели Он исполнил праздник первых плодов своим воскресением и вознесением. Об этом говорится в 15 главе 1 стихе. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец, первый плод из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А Левит объясняет, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Первые плоды — это был сноп ячменя. Это был первый урожай. Сноп срезали и затем возносили. Священник возносил его в Божьем присутствии в храме. И через то, что Бог принимал и благословлял первые плоды жатвы, которые возносились пред Богом как символ всего будущего урожая, благословение распространялось на весь ожидаемый урожай этого года. То есть благословение первых плодов — это гарантия благословения всей жатвы. И здесь мы видим прообраз Христа. Он был убит и воскрес из мертвых и является нашим представителем нового творения. Благодаря его праведности он был принят Богом, чтобы и мы были приняты Богом. Если мы во Христе, то мы приняты Богом. Мы приняты как праведные. Мы под Его благословением. И наше будущее воскресение тоже гарантировано. Все это потому, что мы во Христе. Мы в Нем. Он нас представляет пред Богом в Новом Завете. Через наше отождествление со Христом, с первыми плодами, мы приняты во Христе как праведные. Мы имеем Его праведность. И нам гарантировано такое же славное воскресение. Вознесение первых плодов пред Богом было актом поклонения и триумфа и придавало уверенности, что весь урожай будет под защитой Бога. И точно так же воскресение Христа — это гарантия нашего будущего воскресения в свое время. Сноб первых плодов должен был быть вознесен пред Господом в день после субботы, то есть воскресенье. Именно в этот день и воскрес Христос. И когда сноп и меня возносился пред Богом в храме, это давало гарантию защиты урожая. И в то самое время, когда сноп должен был возноситься в храме, Христос, наш первенец, воскрес из мертвых и предстал пред Господом в небесном храме как гарантия полноты жатвы искупленных, то есть нас. Первые плоды были первым совершенным плодом, выросшим из семени, которое умерло в земле. И Иисус сравнил свое погребение с пшеничным зерном, посеянным в земле. Он сказал истины: «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Посеяно одно зернышко, но колос вырастающий из зерна содержит в себе много зерен. Так и смерти и воскресения Христа произрастет много нового творения. Принцип умножения отмечается и в празднике первых плодов, потому что священник возносит Господу целый сноп, в котором много колосев зернами. Это исполнилось при воскресении Христа. Несмотря на то, что он был погребен один, он воскрес не один, но многие воскресли в одно и то же время с ним. Для чего? Они были частью этого приношения первых плодов. Не просто Христос, как одно семя, был принесен Богу, но целый сноп был принесен Богу, как первый плод. Об этом и говорится в 27 главе Евангелия от Матфея. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. То есть землетрясение во время воскресения открыло гробницы. И затем описывается время воскресения Христа. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим. Следуя логике, не все святые Ветхого Завета воскресли в то время, но лишь отдельная группа. Они воскресли с целью быть частью первых плодов, приносимых Богу как приношение. Тут сказано «многие тела усопших», не всех, поэтому не все святые Ветхого Завета тогда воскресли. Потому что пророк говорит нам, что большинство святых Ветхого Завета воскреснут во время второго пришествия Христа. К примеру, Давид. Мы знаем, что он так и остался в могиле, Потому что в день Пятидесятницы Петр сказал, «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Я верю, что эта группа состояла из тех, кто умер во времена земного служения Христа, и это были те, кто в Него верили. Они приняли раннее воскресение со Христом раньше, чем другие верующие. Потому что они были частью этой особой группы первых плодов, Написано, что они явились многим. Их видели их родные и те, кто их знал. Они засвидетельствовали о своем воскресении. И затем эта группа людей вместе с Иисусом вознеслась на небеса в 8 утра в то пасхальное утро, чтобы предстать пред Богом как часть снопа первых плодов. В снопе много воскресших зерен. Они составляли с собой вместе с Иисусом сноб первых плодов и вознеслись пред Богом, торжествуя. Это была демонстрация победы Христа над грехом, над сатаной и над смертью. Аллилуйя! И это было доказательством того, что смерть и воскресение Христа способны спасти нас полностью, наш дух, душу и тело. Это уверенность в том, что все верующие во Христа переживут на себе славное воскресение. Эти воскресшие воскресли не так, как воскрес Лазарь, которого вернули к жизни. Нигде не говорится, что они затем продолжали жить на земле, как это делал Лазарь. Написано, что они просто явились тем, кто их знал. Вероятно, это те люди, что умерли в последние несколько лет в окрестностях Иерусалима. Точно так же, как Иисус явился некоторым, эти ранее усопшие явились своим близким прежде, чем вместе с Иисусом вознестись утром воскресения. Их воскресение — важная часть первых плодов, потому что если бы воскрес только Христос, мы могли бы посчитать это просто Его личной победой над смертью, как Сына Божьего. Тогда как это стало гарантией того, что через Его смерть и воскресение он обеспечил славное воскресение таким грешникам, как мы. Поскольку Бог вместе со Христом также воскресил и группу этих грешников, это показывает, что Христос сделал все, чтобы одержать победу над силой греха и смерти для нас, грешников. И подобно этой особой группе первых плодов, мы тоже имеем часть в Его воскресении. Мы примем новые воскресшие тела. Итак, Христос вознесся, чтобы представить Себя и сноп первых плодов Богу. И в то же время, на сей раз, Он взял с Собой на небеса Духи Святых, святых Ветхого Завета духи праведников, достигших совершенства. Я просто хочу добавить, что в это же время духи праведных людей Ветхого Завета были вознесены к Богу на небеса. Дело в том, что до креста, когда умирали верующие, их души спускались в ад, духовное измерение, находящееся под землей. Это место также называли Лона Авраама. Авраам — отец всех верующих. А все неверующие направлялись в место в аду, которое называлось местом мучения. Это было место наказания. Мы видим это в 16 главе Евангелия от Луки. Написано, умер нищий, отнесен был ангелами налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не то чтобы один был в небесах, а другой в аду. Нет, они могли видеть друг друга и даже общаться. Они оба были вместе под названием ад, но в разных его частях. Верующие считают, что часть ада, где находился Лазарь, называлась рай. Вы помните, как Иисус сказал, уверовавшему в Него разбор? на кресте, «Ныне же будешь со мною в раю». Верующие тогда еще не могли попасть на небеса, потому что они не были рождены свыше. Они были праведны по вере, но они еще не были рождены свыше. Духовно они все еще были мертвы. Их дух не был совершенен, и они не могли попасть на небеса после смерти. Рождение свыше стало доступным по воскресению Христа. Первое послание Петра гласит, что Бог возродил нас воскресением Христа из мертвых к упованию живому. Итак, до воскресения Христа рождение свыше не было доступным, потому что мы рождаемся свыше, когда прилагаем к Своему Духу воскресшую жизнь Христа. Духи же святых не были рождены свыше и не сделали совершенно поэтому, когда они умерли, они не могли войти в Царство Небесное. Помните слова Иисуса? «Чтобы войти в Царство Небесное, надо бы народиться свыше» и поэтому они не могли попасть на небеса. И в Евангелии от Иоанна 3 главе Иисус говорит, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Когда Иисус воскрес, Он проповедовал Евангелие всем духам верующим, находящимся в аду. Они приняли Христа как Господом, заключили новый завет с Богом и были рождены свыше. И тогда они смогли вознестись с Иисусом на небеса. Написано, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, то есть они умерли, и попали в ад, но жили по Богу духом, то есть когда Он им проповедовал Евангелие, благую весть о спасении, они жили по Богу духом, то есть родились свыше. И также говорится, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Итак, когда он вознесся на небеса в первый раз, всех, кто был в плену, в аду, он торжественно повел на небеса. И теперь Павел, когда после того, как его побили камнями, умер, то он говорит, что он был поднят на третье небо, он оказался в раю, но теперь рай был уже не под землей. Теперь рай находится на небесах. Интересное место мы находим в послании к евреям. Там сказано, что святые Ветхого Завета ожидали города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И также написано, что они, святые Ветхого Завета, верили в обетование небес, но не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас, святых Нового Завета, нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Под фразой «нечто лучшее» имеется в виду новый лучший завет. Если мы рождены свыше, то когда мы умираем, мы идем на небеса, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть, когда вошел в действие Новый Завет, только тогда они могли достичь совершенства. И теперь, когда действует Новый Завет, они могут пойти на небеса вместе с нами. Их Дух стал совершенным через рождение свыше. И Иисус смог забрать их на небеса. И в следующей главе послания Евреям говорится, что мы приступили к Горе Сиону и к ограду Бога Живого, к Небесному и Иерусалиму. И он описывает, кто там находится. Наряду с церковью первенцев там находятся духи праведных, достигших совершенства. Они пережили новое рождение, и теперь они на небесах в Новом Иерусалиме. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хеддингтон, Оксфорд.